День защитника Отечества и вооруженных сил – это праздник, который символизирует дань глубокого уважения к нашей героической истории, олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг военнослужащих всех поколений. В нашем городе ежегодно этот день открывает церемония возложения цветов к вечному огню Брестской крепости. На площади церемониалов собрались жители и гости Бреста, представители власти, общественных объединений, молодежь и ветераны. Но в центре внимания в этот особенный день – военнослужащие. В этом году исполняется 105 лет со дня образования вооруженных сил, и нынешние защитники Отечества достойно выполняют свой воинский долг, являясь продолжателями традиций своих предшественников. Как известно, Брест – это западный форпост нашей страны, и сегодня в Бресте дислоцируются воинские части действительно с такими серьезными традициями, серьезными успехами. Практически все рода и виды войск, которые представлены в вооруженных силах Республики Беларусь, есть у нас на Брещине. И мне, как начальнику гарнизона, очень приятно, что все эти воинские части на протяжении уже долгого времени показывают отличные результаты, занимают первые места, добиваются высоких результатов не только на наших учениях, тренировках, но и на международных армейских играх. С уважением к мужеству и отваге защитников Родины отмечают 23 февраля не только военнослужащие, но и все, для кого не безразлична судьба страны. Ведь этот праздник давно уже вышел за рамки чисто профессионального и стал по-настоящему всенародным. Это праздник, вы знаете, это праздник не только защитников Отечества, это вообще всего нашего народа. Потому что если бы армии не было бы нас, белорусов. Мы обязаны тем, что вот сейчас у нас такое прекрасное государство. В благодарность за это, в память о героических предках и в честь праздника в нашем городе был организован автопробег с участием военной техники и личного автотранспорта. Колонна проследовала от стен Брестской крепости до места расположения 38-й бригады. Праздничный день, 23 февраля, объединились все. Жители города Бреста, общественные организации, неравнодушные люди. Мы решили проехать по улицам города Бреста, чтобы акцентировать внимание на том, что мы вместе, мы едины, что для нас это очень серьезный, очень важный праздник. И, по-моему, нам это удалось. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать здоровья, пожелать счастья, удачи, мирного неба над головой. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».